Специалисты по безопасности рекомендуют обращать внимание на подозрительные предметы, коробки, сумки. Если вы часто ходите в один и тот же магазин или другое общественное место, то интуиция может подсказать, какой предмет в интерьере явно лишний. В этих случаях нужно, не создавая паники, обратиться к руководству, организатору мероприятия, либо самим позвонить в полицию или службу спасения. Детям следует запретить поднимать предметы, которые сами просятся в руки – игрушки, книги, коробки из-под конфет. Также следует обращать внимание на людей, ведущих себя неадекватно. Они могут быть заторможены, сосредоточены или, напротив, чрезмерно возбуждены, при этом стараться приблизиться к скоплению людей или войти в автобус. На каждом углу, на каждой улице, на каждом полицейского или, как у нас сейчас, казачество принимает участие, казака не поставишь. И борьба вот с этим злом, который под названием терроризм, она ложится на каждого из нас, на каждого гражданина. И бдительность каждого гражданина может сыграть решающую роль в предотвращении террористического акта, подобному, который был совершен вот в последнее в метро Санкт-Петербурга.